что, вы успокоились, да? Вы меня подвинули, да? Знаете, я могу вас подвинуть. Угу. Вашу Матвиенко, который переживает за мой розовый цвет лица, блядь. Соперничать с такими бабками. А вы пошлите это. Я так думаю, надо повернуть сразу в учреждение, закончить базар. Российская Федерация, блядь, запрещает мне спортивные занятия. Я, блядь, судебно, институционно, партийно, политически, идеологически, морально, индивидуально не согласна. Если вы такой партийный язык, пожалуйста, нет проблем, вы знаете. Я буду судиться, блядь, за свое право делать упражнения и заслуживать, падла, цвет лица, который вообще-то мой цвет лица, а не Молочков или Матвиенки. Вы знаете, это вообще мой цвет лица. Я его заслужила, да-да-да. А ордец, вы знаете, если ты не согласен, я сейчас вернусь прямо в КГБ, туда, на Лубянку. И мы, блядь, поговорим, почему у меня цвет лица 52 года, а у него 20 нет уже. Почему? Потому что она использует алкоголь, наркотики и т.д. вам.